во имя правосудия! Привет, друзья, с вами Павел Первый, и это Тени Ненависти, прохождение дополнительной кампании. Собственно, у нас осталось интервью, где главы эпилог, поэтому недолго, не за горами, завершение проходника этой кампании. Но тем временем я предлагаю посмотреть вот эту интерлюдию с благословением света. Несколько часов спустя после сражения. Ну что ж, вероятно, нам дадут взглянуть наш отряд. Так, с ракурса камеры. Туман бы хоть поставили, что ли, вот эта прорисовка. А, да, понятное дело, что варик это, но все же. Илитан не может завоевать все, что ему будет угодно, какая бы армия ни стояла за его спиной. Ваша победа знаменует это. Мы знали, что вы выстоите. Так было предсказано давным-давно. Благодарим вас всех за помощь в тревожное время. Теперь, когда ваш драгоценный город в безопасности, вы сможете перейти к главному. Илитан до сих пор жив. Разумеется, ты поведешь наступление. Чё? Оно должно быть быстрым. Воспользуемся тем, что Илитан слаб после прошедшей битвы. Действительно, сейчас самый подходящий момент. Так и быть. Ты будешь с нами, Варенталь? Я не могу. Мне нужно донести весть о том, что здесь случилось, до своего народа. Простите, но мне пора. Хорошо, Варенталь. Помни, что ворота Шатрата отныне всегда открыты тебе и твоему народу. Классно сбегает. Спасибо. До свидания. Жаль. Его воины нам бы пригодились в предстоящей осаде. Готовьте своих воинов. Мы отправимся завтра на рассвете. Пора дать Илитану последний бой. Да хранит вас свет на пути к искуплению. Не очень информативная интерлюдия.